начинают его устанавливать. После этого вот это тоже мы сделали, как раньше в этом помещении пациентов кладили, он там через длинный коридор и дверь. А тут мы сразу же выход в основной коридор и маршрутизация пациента. Сейчас мы подобрали основное крыло с полом. На данный момент, то есть, они сделали 125 стентирований, начиная с мая месяца. Плюс ко всему, то есть мы оказываем весь спектр терапевтической помощи. Вот тромбо, лизис, системы, при инсульте. Но здесь правда, это осуществляется не первое число. То есть мы выводим пациента из тяжелого состояния. Америка у дежурного врача все мониторы, и если относительно параметров, что заболевание происходит, он точно знает, куда бежать. Конструктив здания, это как бы совершенно другой закладывался. Это же сельская больница была, не Шинского района. То есть вот мы сейчас переделываем из нее, делаем более современную, современное отделение. Ну, вы знаете, что в области реализуется национальный проект. И в рамках национального проекта здравоохранения в области существует 7 программ, которые реализуются по различным направлениям. В частности, в Кинешме это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И практически все средства, которые по этой программе в этом году предусмотрены, они все здесь, это 131 миллион рублей. 24 миллиона, включая ПСД, это вот на ремонтные работы в корпусе, на подготовку лабораторий для установки нового оборудования. И 107 миллионов федеральных денег, которые идут на закупку оборудования. Причем это комплексный подход, начиная с многофункциональных кроватей, которые позволяют менять положение пациента, взвешивать пациента, что немаловажно для расчета методики лечения, и кончая томографом, который позволяет 100% делать правильный диагноз, определять геморрагический, ишемический инсульт, какие-то другие проявления. Будут поступать оборудование для ультразвукового исследования, эндографические стойки. То есть реально это будет абсолютно современное лечебное заведение, способное оказывать помощь пострадавшим от сердечно-сосудистых заболеваний на самом современном уровне. Мы сегодня с главным врачом обсудили некоторые нюансы, говорили ту перспективу, которая нужна больнице в дальнейшем, потому что есть над чем работать и есть куда двигаться. И посмотрели за ходом реализации сегодняшнего проекта. Надо отметить, что все пока идет в графике, оборудование поступает. Вот только что смотрели, что как раз завозят томограф компьютерный, и ремонтные работы уже, можно сказать, большей частью выполнены, осталась вот отделка. Я думаю, что в те сроки, которые предусмотрены контрактом, эти деньги будут освоены, работы выполнены. И в Кинешме медицинская помощь будет оказываться на самом современном уровне.